На улице Хейконена много ям, которые никто не латает уже много лет. Местные жители настолько отчаялись, что стали ремонтировать дороги своими силами. С помощью гравия, камней, ковров и старых одеял. Благодаря коврам камни из-под колес не летят, но продолжается это недолго. Если, значит, следить постоянно за этим делом, то они выдерживают нагрузку интенсивную автомобильную. Это из практики неделю в лучшем случае. А на вторую неделю уже и колесами, и эксплуатацией они уже или в тряпки превращаются, их разбрасывают, или еще каким-то образом. То есть вот на неделю хватает, неделю можно. А на второй неделе, на третьей уже надо заниматься ремонтом. Ковры на дорогах – достопримечательность карельской столицы. Памятник городским властям, который вряд ли будет интересен туристам.